Привет, друзья! И вот мы снова вместе. Новенький паровой двигатель на воздухе отработал просто прекрасно. А это значит, сегодня нас ждут интереснейшие эксперименты. Я буду запускать его на полную мощность. Это значит, при 16 атмосферах пара. Я хочу выжать из него все, что вообще возможно. Ну или, по крайней мере, все, что он сможет дать. Но сперва небольшая информация. Когда-то в интернете я наткнулся на особую площадку, где каждый может продавать и покупать запчасти от мотоциклов. Называется она motodarom.ru. Я связался с создателями этого сайта и хочу, чтобы они стали спонсорами моего канала. И вы, друзья, можете мне в этом помочь. Вам нужно всего лишь посетить этот магазин. Ссылку я оставлю в описании. Ну а дальше я предлагаю незамедлительно приступить к испытаниям. Наконец-то пришло это время испытания модернизированного двигателя на паре. Честно говоря, я уже соскучился по каким-нибудь испытаниям, но сегодня уже ничего не может нам помешать. Испытанием быть! Сделаю вкратце обзор. В двигатель я еще внедрил вот такой вот кранчик. Это нужно для того, чтобы прогревать двигатель. Раньше был болт, который долго надо было выкручивать, но теперь будет удобный кранчик. Раз уж двигатель разобрал, сразу сделал. Чтобы сейчас испытаниям не мешало, я вот такой вот шланг приделал, чтобы пар не в лицо летел, не на приборы, а куда-то там вверх. Здесь блок питания, которым мы будем возбуждать генераторы, тем самым увеличивать нагрузку. Вот сами генераторы, я их соединил параллельно, для того, чтобы всего лишь двумя приборами мерить мощность обоих генераторов. Они будут по проводам суммироваться и запитывать вот все эти лампочки. Затем мы посмотрим максимальные значения тока и напряжения, сможем высчитать мощность, а соответственно и лошадиные силы нашего паровоза. Сперва я хочу провести испытание на 10 атмосферах пара, и если пройдет все нормально, тогда включим его по полной на 16 атмосфер. Есть 10 атмосфер, начинаем прогревать двигатель. Закрываем прогревочный кранчик.
ремень слетел. Правда, кран прогорел. 50 ампер. Ну, вот смотрите, ребят, какая беда случилась. Новый кранчик, которому я так радовался, похоже, там не фторопластовая была оплетка, а какая-то, не знаю, пластилиновая, что ли. В общем, паром его расплавило. Он совершенно не держит, отсюда сифонит пар. Вот хорошо, что такие вещи именно на испытаниях выявляются, а не в процессе эксплуатации. Все, он там пустой. Он болтается весь. Ну, сейчас быстренько выкрутимся из дела, чем-нибудь заткнем это отверстие. И продолжим испытания. В общем, на данный момент получено 55 ампер, а вот напряжение померить не удалось, ибо у цешки села, похоже, батарейка. Ну, вообще, посмотрите, уплотнение превратилось в какую-то жвачку. В общем, зря я рассчитывал так на этот краник. Краник хороший, но без старопласта. Под эту резьбу нашел вот такой вот ниппель. Надеюсь, он не перегорит. Сейчас генератор отключил, дал ему поработать просто на холостом ходу, чтобы, так сказать, прикатались детали. Пускай немножечко помолотит без генераторов. Ну что, друзья, сегодня уже поздно. Я считаю, испытания прошли относительно успешно. Удалось выработать 72 ампера при 7 с небольшим вольтом. Но этот двигатель сейчас немножечко обкатается, и я хочу испытать его на полную при 16 атмосфер. И посмотреть, сколько получится выжать из него энергии. Наконец-то настал второй день моих паровых испытаний модернизированного парового двигателя. И сегодня я хочу крутануть эту машинку по полному. А это значит при 16 атмосферах пара. Цель или мечта – добыть с этой установки киловатт мощности. Посмотрим, насколько получится это сделать, ну или хотя бы к этой цели приблизиться.
Протопленный котел весь немного подсыкивает, пошипливает, как-то живет своей какой-то жизнью там внутри. В общем, поставил вот такой вот новый кранчик. Меня убедили, что он с фторопластом, поэтому, надеюсь, не прогорит. Ну, если и прогорит, то опять заткнем пробкой. Разумеется, я заменил батарейки на всех приборах, чтобы они не подвели. И специально мониторить эти приборы поставил отдельную видеокамеру, чтобы потом посмотреть, какие были все-таки максимальные мощности. Потому что все-таки не успеваю я бегать туда-сюда, за всем следить, смотреть и одновременно этим делом управлять. Ну что ж, попробуем прогреть двигатель и запустить все это дело. Да, здесь почему-то проблема, из-за несоосности часто слетает ремень. Да, ребят, это было жесть, как страшно. Все в таком напряге было. Электричество тут, блин, выработано было. Я смотрел, где-то в районе 14 с чем-то вольт. То есть лампочки вообще могли перегореть. Но ремни уже не слетали. Я в центр поставил вот такой вот кусок ремня от какого-то комбайна. И, в общем, он, ремни в центр уже не дает слететь. Но нарисовалась опять очередная проблемка. Этот новый кранчик тоже не сдюжил. И, в общем, его выплюнуло. Кусок пластмасс, он куда-то здесь улетел, вот. В общем, это тоже, похоже, оказался не фторопласт. И все, сразу мощность двигателя упала. Оттуда пошел пар. Сейчас посмотрим. Все, кранчику кранты. Ну ладно. Сделаем это старым проверенным способом, закрутим туда что-нибудь типа пробки. Заткнем его, так сказать, сапогом. Вот оно, производство электроэнергии с помощью пара. Сколько требуется пара, чтобы провернуть эти генераторы? Ура, друзья, мы сделали это, добыли таки все-таки чертов киловатт энергии. А точнее, в какой-то момент было даже 1,2 киловатта. Чтобы узнать электрическую мощность, нужно всего лишь перемножить ток и напряжение. И теперь мы можем высчитать механическую мощность самого парового двигателя. При этих расчетах КПД генераторов я взял 85%. Ну плюс еще 5% добавил на трение щеток, трение самих соединительных ремней. И в итоге получилось, что наш паровой двигатель имеет ровно 2 лошадиные силы. Представляете, с этой малюточки, с этой крохотулечки удалось выжать аж 2 лошади. Я этому просто очень рад. Теперь, когда модернизация и все, так сказать, исследования завершены,
Нужно разобрать стенд и превратить, наконец, мотоцикл в мотоцикл. Хочу поблагодарить Вову Удава из Удав Кастома, который увидел на моем мотоцикле разбитый спидометр и фару и подарил мне новенькие запчасти. Потом еще, как оказалось, он снял их со своего идеального коллекционного Карпатова. Вот это да, ребята! Пока на свете есть такие люди, этот мир в надежных руках. Я с большой благодарностью вспоминал этого человека, когда устанавливал на свой мотоцикл эти новенькие запчасти. Ну а далее, ребята, как вы, наверное, сами уже догадываетесь, грядут новые полевые испытания этого парового мотоцикла. Очень интересно, какую максимальную скорость теперь сможет развивать мотоцикл после модернизации. Но это уже будет, конечно, материалом следующей серии. А сейчас я хочу поблагодарить спонсоров своего канала, ведь как ни крути, а это позволяет авторам двигаться дальше и создавать более качественный контент. Также не забудьте посетить ссылочку, которую я оставил в описании, и до встречи в полях!